Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardResetInfo. И сегодня мы разберемся в настройке уведомлений и звука в Telegram. Для начала мы зайдем в Telegram. И в левом верхнем углу нужно нажать на три полоски. После чего выбираем настройки и уведомления и звук. Начнем с пункта уведомления из чата. Если вы не хотите получать сообщения от групп, каналов или от личных чатов, тогда вы можете отключить эти настройки. Или нажать, например, на личные настройки. И тут вы можете более детально настроить данный пункт. Вернемся назад. Дальше идут звонки. Здесь мы можем поменять вибрацию, отключить ее или поставить какую-то другую. Или же можно сменить рингтон. Можно выключить, поставить какую-то из этих, или поставить свою, добавить свой рингтон. После этого можно настроить счетчик сообщений для чатов. Там идет настройка в приложении. Что значит настройка звука в приложении и вибрации и отображение текста. После этого идут события, то есть вам будут приходить сообщения, когда какой-то из ваших контактов присоединится к Telegram. Можно это включить или включить. Либо же, когда кто-то закрепляет в чатах сообщения. Это тоже можно отключить или включить. Дальше очень важный пункт под названием «Фоновое соединение». Если вы отключите этот пункт, тогда вам не будет приходить сообщение из Телеграма, пока программа закрыта. И в самом конце вы можете сбросить настройки уведомлений к параметрам по умолчанию. Просто нажимаете «Сбросить настройки уведомлений», нажимаете «Сброс». Все, настройки были сброшены. И на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. До скорых встреч и до свидания.